Меня зовут Ахметов Айдар Мансурович. Я очень рад участвовать в проекте «Маленькие герои большой войны». Читая эти строки, я испытал огромную гордость, уважение к тем детям, подросткам, юношам и девушкам, которые ценой своей жизни воевали с немецкими захватчиками. А особенно это важно в канун 75-летия победы в Великой Отечественной войне, которая отмечается в этом году. Нашему поколению, молодому поколению, очень важно помнить и знать, что были такие маленькие герои большой войны, которые приближали эту победу.